Международной комиссии. Экипаж космического корабля «Союз МС Марс-7» для сдачи экзаменационной тренировки прибыл. Февраля планируется выход в открытый космос, где мы с Александром Мисуркиным должны будем поменять электронную часть антенны спутниковой российской, что позволит российскому сегменту иметь свой канал связи на тех местах орбиты, где нету прямой видимости России. И у нас будет отдельная связь, будет свой интернет. Это как-то позволит нам больше расширить наши возможности по выполнению различных научных экспериментов, вообще по связи. Ну и единственное, что сложность заключается в том, что никто не планировал менять этот блок в космосе, поэтому работа будет ювелирная, надо очень много будет крутить винтов, обратно закрутить, все это поменять, правильно состыковать, очень много разъемов. Ну, надеюсь, мы с этим справимся, и у нас будет свой канал российской связи. It's been a real honor. To be part of this great international team. There's been a lot of patience and a lot of work that goes into all of the international partners to make this whole thing work. And to just be part of something right at the 20-year mark, when it's leveled out, we got a lot of maintenance to do and upgrades and things to do. Not only is it a great honor, but there's a great importance. There's a great feeling of we really need to do some good work here. To make everybody proud and to make ourselves proud and to feel the reward of service. So it's just a great honor. これまで2年間十分に訓練をしてきましたので、経験のあるコマンダーと、そして気心の知れた NASA の飛行士と3人でしっかりと最終試験合格したいと思います。Либо.